Вопросы с топливом не решаются. Жопа. Вопросы с лекарствами не решаются. Жопа. Да, с зарплатами, с пенсиями не решаются. Жопа. Плошная жопа. А военные что говорят? Ты что с ними общаешься? Что нам лекарства не возят в магазины? Слушай, короче, но они говорят, я спрашиваю этого, который бензин уже даже продавал. Он, короче, сказал, типа, что мы вот нам сказали вот возить бензин людям, вот, чтобы подешевле было. И вот лекарства, которые людям надо, чтобы они покупали, мы возим, вот в аптеках ищем, и все. А что дальше, короче, мы вообще ничего не знаем. То есть ему дали одно указание, и все, на этом закончилось. Поэтому, короче, это... Ну, лекарства что? Это ж он там, они барыжат, там кто возит, блядь, с этого, с Крыма, и все больше, а бесплатно никто ничего не делает, и, короче. А самых необходимых медикаментов нету, у нас люди не проблемы. Да, я знаю. Это просто некоторые... Начинают расти с вами напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть из-за того, что конечно, это такой, а я же говорю, получается, короче, что вы зашли, и теперь вот они хотели гуманитарку убрать. Короче, гуманитарка, блядь, вот уже седьмой день нету гуманитарки. Ну, типа, вот да, завтра, короче, прекратили они. Сейчас вот это мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш. Я не знаю, мне кажется, что они просто, как бы, им надо собрать паспортные данные, и на этом все, короче. А что там люди, хуюди, пастерушечки. А я говорю, люди уже начинают на вас пиздеть, что вы, блядь, пришли, и нихуя, короче, всем насрать. Ну, я еще помню, что об этом говорю, будет пизда, она уже начинает. Да. В июне да, будет жопа. Это, блядь, если будет, ничего сука, не поменяется, в июне надо текать. Текать, блядь, все нахуй будем Крым, блядь, тулить, сука. Ну, я, потом, ну блядь, я тоже думаю, если что, то надо в июне, не, ну я так прикинул. Ну смотри, зарплату мне не платят, но рыбу же одну не буду жрать. Я думаю, что если так пойдут дела, то я через месяц с копейками сам подумаю о том, что съебаться. Ну, я маме хоть, тоже сказала, говорю, действительно... поработать, на пожрать что-то, ну и денег да, нет. Да, я с мамой тоже говорю, вы, наверное, блядь, рассчитываете на то, что, блядь, наверное, придется мне, блядь, ехать в Крым на лето, там у них курорт хуёрт, блядь, съебываться, потому что иначе мы не протянем, блядь. Нихуя не смешно. Это не знаю, блядь, ну, я сегодня уже тоже глянула, думаю, что это нахуй, надежда умирает последняя, вот ты знаешь, когда думаешь, ну сейчас. Я для себя уже, я уже с семьей переговорил, но только это по сути, это между нами. Вот да, это если за май ничего не решается. Конец мая, начало июня, мы с Каринкой на все лето едем в Крым где-то, она официантка, или где-то там барменом, или официантом, ну или вышибалы, как я раньше я был. Я нахуй с вами, блядь, ебаный очи, блядь, поедем все вместе, ну а что делать, ну, блядь, поедем втроем, втроем легче где-то там, поселимся. Конечно, нам в шайке, блядь, легче. Ну где-то надо в каком-то, в этом, на курорте, чтобы пожрать, да, это что-то. На курорте, да, надо нам с проживания питания, я вот смотрела в интернете, да. Короче, есть у них проживание питания, в барах целая куча требуется, прям на берегу, ну, живешь, блядь, себе. Ну даже если мы по десятке чистыми заработаем. Так, конечно, мы там потом приедем назад, блядь, зиму переживем, ну, блядь. Ну, хоть зиму, хоть как-то.